я сегодня обращусь к мужчинам и зачитаю строки замечательного поэта Эдуарда Осадова. Мы часто милым шепчем до зари. Зяблик, звездочка родная, а через год, от силы через три, все это тихо, напрочь забываем. И вот уже ваш зяблик, окончив день рабочий, такие тащит сумки, между прочим, таких и слон не сможет приподнять. И почему душа у вас не стынет и на себя не разбирает злость, когда та звездочка утюг в прихожей чинит или на кухне заколачивает гвоздь? Нет, ведь не скидка женщине нужна, а наша чуткость, счастье и кручение. И если нету рыцарства в мужчине, то значит просто грош ему цена. И я к мужчинам обращаю речь. Давайте женщину беречь.